Народ, я опять на ночном Ворошиловском. Собираюсь ехать в замечательно красивые места. Я еду в Урочище смотреть на горы и на водопады. Погода сегодня вообще шикарная. Теплынь. Осенью даже не пахнет, ну немножко пахнет, но не сильно. И оживленное очень у нас движение. В огоньках, все очень красиво, но вот я хотела прогуляться до Садовой и там поснимать, но не получится, вон там все расцвечено, гостиница «Россия», цвета России, немножко видно отсюда, там все очень красиво, но я туда уже не дойду, так что ждите красивых фотографий, видео Дзена.